знаменитый аргентинский театр «Колон». Выйти на его сцену – большое волнение для любого музыканта. Но десятилетняя пианистка Наташа Биндер в четверг прошла к роялю уверенным шагом. Она исполнила знаменитый концерт «Ля минор для фортепиано» с оркестром композитора Эдварда Грига. Впрочем, у этой не по годам одаренной пианистки за плечами уже богатый опыт. Дебютный концерт Биндер состоялся в 2008 году в Лондоне. Тогда она играла Моцарта. Наташа родилась в Брюсселе в аргентинской семье музыкантов. В ее доме музыка звучала всегда, а сесть за пианино и начать играть Наташе разрешили в 3 года. В нашем доме всегда играли на пианино студенты, мой дядя Серджио Тьемпо, моя бабушка и моя мама. В доме всегда звучала музыка. Я представляю, что даже когда я была в утробе матери, я слушала ее. Ты думала о том, когда начнешь играть? Когда мне было 2 года, я попросила бабушку, но она сказала мне подождать до 3 лет. И пальчики Наташи буквально летают по клавишам. Чтобы добраться до всех клавиш, юной пианистке также приходится двигаться с одного края стула на другой. Большое влияние на творчество Наташи оказали ее мама и бабушка, обе профессиональные пианистки. Я хотела дирижировать, когда она играла, поэтому я пошла на курсы дирижеров. Это было очень интересно. Я дирижировала 2 раза во время ее выступления. В последний раз это было в марте этого года, когда она играла Моцарта. Следующее выступление Наташи Биндер состоится в октябре в Королевском оперном театре «Ла Моне» в Брюсселе.